Ну а пока на горе строительство только началось, в другом конце Ирбита на Орджоникидзе 79А. Ирбичане начинают осваивать объект, уже сданный в эксплуатацию. И в этот раз речь идет о многоквартирном жилом доме. Сегодня вы получите ключи от квартир. И, конечно, новое жилье – это ведь не только косметический ремонт, это новые там полы, обои. Но сегодня вы получаете новые ощущения, вы получаете новые планы на жизнь, новые эмоции. И, конечно, в новом жилье я желаю вам уюта, комфорта. Желаю, чтобы здесь звучал веселый детский смех. И эти слова сегодня звучат в адрес молодых ирбичан. Все они из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для многих ожидание очереди на получение собственного жилья растянулось на годы. Но есть и приятный момент. Кто-то получил квартиру гораздо раньше, чем мог предположить. Честно, не ожидали, что тут вот сейчас именно, потому что думали, что будет позже, там, к 25-26. Уже настроились на то, что будем дальше снимать, арендовать и так далее. Но, слава богу, этот день настал. И так рано, что просто слов нет. Неудивительно, что для всех новоселов этот день наполнен исключительно положительными эмоциями. Как, например, у Максима Памятных. Ведь сегодня здесь он может не только планировать обстановку новой квартиры, но и жизнь молодой семьи, которую планирует создать в самое ближайшее время. Так что для него эта квартира на самом деле может стать базой для всей будущей жизни. Уже в голове есть... Где будет стол стоять, где прихожая, какой дизайн будет. Все это интересно уже сделать своими руками. И в планах, конечно, вот где-то недалеко от дома, может вот за окном у нас вид на постройки есть и на огородики мини. И есть такая территория, где заброшенная. Вот она прям близко за окном, и хотелось бы еще ее выкупить, и чтобы у нас свои овощи были. При этом параллельно в квартиры, предоставленные уже администрации города, готовятся заехать и жильцы с Революции 24. Их дом, объект культурного наследия, временно, но полностью расселяют в преддверии большого ремонта. Так что пока они тоже осваиваются здесь, на новом для себя месте. Кран, когда не пользуюсь газовой плитой, должен быть всегда в закрытом состоянии. Вот так вот? Да. Поджигаете спичками, поджога нет здесь автоматически. Так. Зажгли, подержали несколько секунд, отпустили. И все, да? Добавляется вот, да? Она вниз. Отметим, что все квартиры в доме на Орджоникидзе 79А, корпус 2, были выкуплены еще на этапе строительства. Часть, а именно 17 квартир, приобрел город на средства, специально выделенные муниципалитету из резервного фонда области по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Остальные приобрел фонд содействия развитию ЖКХ, который и занимается вопросами обеспечения жильем детей-сирот. Так что новоселье здесь только начинаются.